В Рыбнице в микрорайоне Сахкамень будет построена небольшая часовня. Она появится в парке по улице Степной на месте гибели в автокатастрофе рыбничанина Дмитрия Криворученко. Накануне владыка Сава осветил фундамент будущей часовни. То, что мы сейчас положили начало освящением этому месту в основании будущей часовни, для меня, как епископа, конечно же, как священнослужителя церкви, это дело благое и угодное прежде всего Богу. Мы сегодня полагаем строительство будущей часовни в честь святаго великомученика Дмитрия Солунского. И надеюсь, конечно, что со временем здесь появится на этом месте небольшая, но тем не менее, я полагаю, что красивая часовенка, которая будет привлекать к себе внимание со стороны проезжающих или приходящих здесь и православных христиан, и всех, кто будет мимо этого места проходить. Строительство часовни будет проводиться силами компании «Авторет». Как только проект будет утвержден в епархии, приступят к работам. После возведения часовню припишут к Михайло-Архангельскому собору в Рыбнице. Со временем в ней планируют проводить краткие богослужения. По словам инициатора идеи Анатолия Криворученко, это будет небольшая деревянная часовня, выполненная в старославянском стиле, где любой желающий сможет остановиться, поставить свечку и помолиться за своих родных и близких. Ирина Шлаева, Олег Слободенюк, Лик ТВ.